Телеканал КРТ представляє. Президент України Володимир Зеленський заявив, що залучив папу римського Франциска до справи засудженого в Італії за вбивство журналістів-неонациста Віталія Марківа, аби домогтися його звільнення. Про це український голова держави написав у своєму твіттер-аккаунті. Як з вашої точки зору, це може бути оцінено саме італійцями і от прихильниками папи римського і церкви? Я би провел аналогію тут для нормального восприятия, такой сравнительный анализ. Вот два дела. Одно дело в итальянском правосудии в отношении Маркева, которое поддерживало часть общества. Активисты приезжали в том числе в Италию, устраивали там митинги. И с другой стороны, вот недавнее дело, нашумевшее вокруг Стерненко, когда за счет вот такого воздействия активного в центре города суд долго не мог принять какое-либо решение, а решение принималось, которое противоречит нормам криминально-процессуального кодекса, когда есть убийство и дают домашний арест. В чем разница? Вот нас поддерживает Европа, это декларируется. Были активисты, которые поддерживали Маркева перед итальянским судом. Прокуроры просили 17 лет. Из-за воздействия активистов, из-за беспрецедентного для итальянского правосудия, как они посчитали, давление на суд, потому что начали высказываться политические деятели Украины, общественные деятели, другие силы, то, что сами митинги. Суд Италии посчитал давлением это на себя. И вместо 17 лет, которые просили прокуроры, дал 24 года из-за давления. У нас же это давление срабатывает. В деле со Стерненко у нас картина диаметрально противоположная. Можно выйти под суд, можно жечь шины, флайеры в центре города, создавать такую опасную для общества обстановку, потому что там были и драки, были и побитые, были и столкновения между людьми, с правоохранителями. После этого ходить оскорблять генерального прокурора, оскорблять министра внутренних дел, оскорблять президента Украины и таким образом нагибать суд. Тут должно было быть, если мы выходим на такой уровень, если мы говорим о дипломатии мировой и подключаем таких мировых авторитетов, как религиозных лидеров, моральных авторитетов мирового уровня, то нужно говорить о мире. Нужно говорить о глобальном мире на Востоке, нужно говорить о разведении войск, нужно говорить о полном обмене пленными без разных условий. А чему на эти темы не разговаривает Зеленский с понтификом? Ну, это же вопрос к президенту и вопрос к его окружению, которое он вокруг себя создал. Ті советники. Добре, а от якщо от, з іншої точки зору подивитися на питання саме от Марківа, якого заарештували і засудили до 24 років ув'язнення у Італії. Як ми знаємо, у нього було саме італійське громадянство. Ми ж розуміємо, що в Україні подвійне громадянство заборонено. І незважаючи на те, що він фактично порушив ще й українське законодавство, все ж таки ми бачимо такі смотрите, дії. Українське законодательство говорить, що воно може бути тільки одне, но при этом нету, но при этом нету никакой ответственности за это нарушение. И, к сожалению, у нас уже получилось, что в обществе огромное количество украинцев сегодня имеют двойное, как в свое время шутил Игорь Валерьевич Коломойский, говорил, у меня тройное гражданство, поэтому тройное не запрещено, двойное запрещено, тройное нет. У нас половина парламента имеет двойное гражданство, это периодически в прессе возникает, вот недавно там по депутатам из «Слуг народа» подняли, что там есть венгерское гражданство, болгарская и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы поговорим сейчас в сторону об гражданстве, по сравнению с этим кейсом, там, где речь идет об убийстве журналиста,
то наличие или отсутствие второго гражданства – это очень маленький, мелкий вопрос. Але все ж таки була практика при Порошенко, що людину, забрали українське громадянство, і це, когда был народный депутат, который выступил против Порошенко, он забрал у него украинский паспорт. Це ж був відкритий процес, і ми, до речі, не бачили таких аналогічних дій, якщо от брати цю справу Марківа.